Всем привет, дорогие друзья! С вами Инди, и сегодня мы продолжим играть в замечательную игру под названием Undertale. Эта серия будет у нас завершающей, так мы ее уже прошли на пацифиста. Нам остается только вернуться к Асгору и получить хорошую концовку. Но правда, нам ее не дадут так просто. Но все же. Возвращаемся к дому Асгора, или не знаю, к трону, скорее всего. И сейчас у нас будет немножко по-другому. Асгор нас опять же нападет. Но в этот раз. Так, сохранимся. Но в этот раз нам помогут. Сейчас увидите. Вот стоит Асгор опять. Говорит опять, что про барьер рассказывает. Вот. Ну, говорит то же самое. Мы продолжаем. Время пришло, достает, вылетают опять души. Даже не знаю, откуда они. Из-под земли. И он на нас нападает. Но сейчас будет немножко по-другому. Говорит те же самые фразы. Было приятно познакомиться. Прощай. Собирается уже достать копье, но в него улетает огненный шар Ториэль. Появляется сама Ториэль. И говорит, что за жалкое создание мучает такое бедное невинное дитя. Не бойся, дитя мое. Это я, Ториэль, твой друг и защитник. Сначала я думала, что смогу отправить тебя в это путешествие одного. Но я не могла перестать беспокоиться о тебе. Твое путешествие, наверное, было очень непростым. И в конце концов, тебе бы пришлось принять ужасное решение. Чтобы покинуть это место, тебе бы пришлось забрать чью-то жизнь. Тебе пришлось убить Асгора. Однако, я осознал, я не могу позволить этому случиться. Неправильно жертвовать кем-либо, чтобы просто покинуть подземелье. Не это ли я пытался предотвратить все это время? Так что давай просто остановим эту битву. Каким бы ужасным Асгор не был, он тоже заслуживает милосердия. Тори, ты вернулась? Не называй меня Тори, Дримур. Ты жалко. Если бы ты действительно хотел освободить нас всех, ты бы мог пройти через барьер, когда у тебя была уже одна душа. Забрал бы 6 душ у людей, потом бы вернулся и освободил бы всех мир. Но вместо этого ты заставил всех жить в отчаянии. Ты предпочел смиренно ждать и надеясь, что ни один человек больше не появится. Тори, ты права. Я жалкое существо. Но мы ведь сможем быть хотя бы друзьями. Нет, Асгор. Появляется Андай. Асгор, человек, никто ни с кем не будет драться. Все подружатся друг с другом. А иначе я? Я? Привет, я Атори. Так ты друг человека? Приятно познакомиться. А, да? Приятно познакомиться. Асгор, это твоя бывшая? Черт возьми, держись, друзья, дружись. Эй, не деритесь. Смущается опять. О, так ты еще один друг. Я Ториэль, привет. Эх, привет. И двое. Эй, не деритесь друг с другом. Если кто-то будет драться, тогда мне придется попросить Андай на помощь. Привет. О, приветствую, ваше высочество. Эй, человек. Асгор что, побрился? Планировал себя? Появляется Санс. Эй, ребят, как вы тут? Этот голос. Привет, мне кажется, мы знаем друг друга. Ох, да, я тоже знаю ваш голос. Я Тори. Очень приятно познакомиться. А я Санс. И да, взаимно. О, постой, тогда...
это должно быть твой брат, Папайрус. Приветствую, Папирус. Приятно познакомиться. Твой брат очень много рассказывал мне о тебе. Они разговаривали через стенку, которая вела в руины. Ваушка, не могу поверить, что клон из гора знает, кто я такой. Это лучший день в моей жизни. Эй, Папирус. Чем скелет покрывает крышу дома? Стенозащитным шифером? Нет, глупенький. Скелет покрывает крышу черепицей. Я изменил свое мнение. Это худший день в моей жизни. Эй, Асгор, все будет хорошо. В море еще полно рыбы. Да, Асгор. Андайн совершенно правильно сказала про рыбу. Иногда нужно просто, прекратить добиваться пушистых главных монстров. И просто познакомиться с очень милой рыбкой. Это метафора. Что ж, довольно хорошая аналогия. Появляется Метатон. Поцелуйтесь уже, или нет? Зрители хотят романтики. Заткнись. Как же он не кстати? Да, Альфис. Альфис. Нет, он прав. Давай сделаем это. Что ж, наверное, если ты хочешь, не сдерживайся. Подождите, не перед человеком. Да, извините. Кажется, меня немного понесло. Хотя, я думаю, что тебе придется остаться тут на какое-то время. Но посмотри на всех тех, с кем ты сдружился. Не кажется, что здесь ты будешь счастлив. Эй, я тут подумал. Папирус, это ты ведь всех позвал сюда? Ну, кроме, неё. В любом случае, если я добралась сюда впервые тебя, откуда ты знаешь, как связаться со всеми нами? Скажем, маленький цветок помог мне. Флауи. Маленький цветок? Она как раз проводила опыта. И появляется Флауи, который уже поглотил все 6 душ. Вы идиоты! Пока вы, ребята, так мило здесь болтали. Я забрал человеческие души. И теперь не только они под моей властью, но и души твоих друзей тоже скоро станут моими. Хе-хе. А знаешь, что самое замечательное? Это все твоя вина. Это все потому, что ты заставил их полюбить себя. Все то время, которое ты привел выслушивать, подбадривай, заботясь о них. Если бы не ты, их бы сейчас здесь не было. Теперь, при помощи их душ, душ людей, я обрету свою настоящую форму. Хе. А? Зачем мне все это? Разве ты не понимаешь? Это ведь всего лишь игра. Если ты покинешь подземелье, ты пройдешь игру. Если ты выиграешь, ты больше не будешь со мной играть. И что тогда останется мне? Но игра между нами никогда не закончится. Победа будет совсем близко, прямо перед твоим носом. Но я буду вырывать ее из твоих рук в последний момент. Снова и снова, и снова. Ха-ха-ха-ха. Слушай, если ты сразишь меня, я дам тебе твою хорошую концовку. Я отпущу твою людей. Я разрушу блин. Все. Все наконец-то будут счастливы. Только этого не случится. Ты. Я удержу тебя здесь. Чего бы это ни стоило. Появляется наша душа. И его лепестки или кульки, как он называет. Даже если мне придется убить тебя 1 000 000 раз. И начинает нас бить. Но нас защищает Орели. Что? Не бойся, мое дитя. Не важно, что случится. Мы всегда будем рядом. Чтобы защитить тебя. У нас появляется еще одна надежда. Верно, человек. Ты можешь победить. Просто делай то, что буду делать я. Верь в себя. У нас появляется еще надежда. Эй, человек. Раз ты смог одолеть меня, ты сможешь что угодно. Так что не беспокойся. Мы с тобой до конца. Появляется еще решимость. А ты его еще не победил? Давай, этот чудак тебе даже не поцарапает. Появляется еще надежда. Технически, убить его невозможно. Но, почему-то я знаю, что ты сумеешь. Появляется еще надежда. Человек, ради будущего людей и монстров.
оставайся решительным. И прибегает остальные монстры, готовы на одежду. Нет, невероятно, это мне должно было случиться. Я не могу поверить, что все вы настолько глупы. Все ваши души мои. И появляется Азриэль, сын Ториэль и Асгора. Пока еще в своем настоящем обличии. Маленькое такое дитя-монстр. Я не знаю, даже корова, или что это у них за рот такой. Наконец-то. Я так устал быть цветком. Привет. Инди, ты здесь? Это я, твой лучший друг. Превращается в такого монстра улучшенного из-за того, что у него целых 6 душ плюс души всех монстров. Он стал таким большим и сильным. Так, ну нам теперь надо просто ждать. Ну можно надеяться, можно мечтать, давайте помечтаем. Вот так у него как и у Тори и Асгора. Музыка появляется. Но погибнуть мы у него почти не можем. У нас наша решительность соединит отпуск сердца. Урон уменьшен. Знаешь, меня больше не заботит уничтожение этого мира. Ай, стерпил. Саблю хаоса вызывает. Надеется. Когда я поверну тебя и получу полный контроль над ходом времени, я хочу лишь перезапустить все. Я спасаю. Ай. Ай. Так, я забыл его атаки. Тогда девчонки вас. Что это такое? Плохо босс? Плохо босс. Что тут плохо босс? Ладно, беру. Все, чего ты достиг? Воспоминания карты. Я обращу их обратно в ноль. Пошли. Уже лучше. Мечтать. Тогда мы сможем повторить все с самого начала. Опять. Кстати, я недавно установил эту игру. Она есть на Android. Правда, мне не нужен джойстик, но с помощью эмулятора можно спокойно играть. Если видео наберет 10 лайков, я покажу видео, как установить ее и запустить. Ты сделаешь это. Нам нужно подождать до того момента, когда у нас будет позвать на помощь. Или что-то такого. Надеемся. И снова. Так. Пушки уворачиваются. Сколько уже играю, так и не понимаю. Так, ну может поесть немножко? Давайте поедем. Проигрывать неохота. И снова. Объект. Ой, и зачем это делать? Потому что ты хочешь счастливый конец. Ой,
ваши вещи не уничтожаем. Потому что ты любишь своих друзей. Дайте вам чек. Отлично, так-то. Отлично, так. Давайте еще уничтожаем. Может, потому что ты никогда не сдаешься. Но мы не проиграли, оно соединяется. Но оно воссоединилось. Так. Ну, давайте понадеемся. 50 уже хватит. Вы снижаете урон, получаем мы на этом ходу. Так что? Вот конкретно зацепило. Так, еще. Что у нас блок волос? А, плохие воспоминания. Вы потеряли один. Стоп. Зачем ты здесь? Я уже забыл. Надо меня убивать. Надо меня убивать. Спасибо. Так. Покушать. Последняя мечта. Последняя мечта надо было съесть. Ну, что мы это полностью? Мечта сбылась. Вы восстановили 17 ос. Жизни опять на этом месте. Так, еще раз. Надеюсь. Звезды. Ай, зацепил. Еще раз зацепил. А, еще раз зацепил. Так, объедки. Или дайте посадим еще. Так, только. А, сейчас помогутся мне еще. Да. Живы, но... Нормально. Перекусим. Разве это не восхитительно? Твоя решимость, сила, что позволило тебе зайти так далеко, она станет твоей гибелью. Ладно, так, надеюсь. А теперь, хватит дурачиться. Пришло время очистить эту мгновение раз и навсегда. Вот, начинается самое мощное время, последнее. Потом мы можем спасать души наших друзей. Ой, даже после этой атаки ты все еще стоишь у меня на пути? Вау, это действительно особенно. Но не сознавайся. До сих пор я использовал лишь часть моей настоящей силы. Посмотрим, как хорошо ты решил справиться с этим. И он превращается в... Ну, опять озрели лемура, но... Немножко... С крыльями усиленными. Так, а, у нас уже ничего нету, ни вещей, ни битвы, ни пощады. Бороться. Дело не движется. Узри мою настоящую силу. Да. Но оно соединилось. Так. Стоп, дорогой, по-моему, нет. Бороться. Дело не движется. Я чувствую, как. С каждой смертью твоя связь с этим миром ослабевает. С каждой смертью твои друзья забывают о тебе все больше и больше. Твоя жизнь закончится здесь. В мире, где никто тебя не вспомнит. Вот такой так и лучше. Конец света наступает. Хороц, дело не движется. Но ты еще держишься? Ничего. Совсем скоро ты уже все забудешь. Такой настрой хорошо послужит тебе в твоей следующей жизни. Блин. Ну от этой атаки я вообще не могу вернуться. Так, бороться. Дело не движется. Смеется. Еще жив? Давай, покажи, как хороша твоя решимость теперь.
Ничего не произошло. Вы боретесь. Ничего не произошло. Вы пытаетесь добраться до сохранения. Ничего не произошло. Вы снова пытаетесь добраться до сохранения. Ничего не произошло. Похоже, сохранить игру действительно невозможно. Но, может, с той малой силой, что есть у вас, вы можете сохранить что-то другое? Сохранить Мандайн, Папайрус, Альфа, Санса, Гор, Тори. Возможно, все друзья вместе. Тут сразу в Икспаса, что если мы выберем Папайрус, то мы сразу Санса спасем. Давайте все дальше. Вы возвали к душе Азриэля и откликнули своих друзей. Они где-то внутри. Итак, в глубине души Азриэля что-то отозвалось. Потерянные души появились. Потерянная душа. Так. Они любят головоломку. Вы просите потерянную душу помочь головоломку. Он хочет помочь вам. Сам не знаю почему. Я должен поймать человека. Просто не сдайся, как и я. Пошли атаки Папайруса. Ай, зря. Так, потерянная душа 2. Он любит... передохнуть. Санс любит передохнуть. Вы просите потерянную душу перестать сражаться с вами. Похоже, она этого хочет. Так. Слишком медленные атаки. Так, кроссворды, что еще? Пошути. Вы рассказали потерянной душе неудачника глупого скелета. Внезапно вся память возвращается. Нет, стой, ты мой друг. Я бы никогда тебя не смотрел. Нет, я за тебя могу. И у них возвращается память. Вы чувствуете слабые колебания внутри Азриэля. Ой-ой-ой-ой-ой, стоп, чудо. Я случайно. Так, сохранить. Все, Асгор тоже. В глубине же Азриэля что-то назвалось. Потерянные души появились. Потерянная душа. Обнять. Вы обняли потерянную душу и говорите, что собираетесь увидеть ее снова. Кто-то из этого так знаком мне. Это ради твоего блага. Прости меня. Появляются атаки. Скоро. Здесь ты потерянную душу. Потерянная душа 2. Так. Пощада говорить. Нет. А скоро мне не надо. Пощадить. Вы сказали потерянной душе, что не хотите ранить. Ни за что. Что-то из этого так знакомо. Это мой долг. Мой приход. И снова нас. Так, давайте. Предпочесть, что это значит? Говорить. Вы сказали потерянной душе, что вы должны идти, чтобы освободить всех. Что-то взорвалось внутри нее. Так. Здесь так потерянные души, и давайте поговорим, как усадится, что вы должны идти, чтобы освободиться. Что-то зашевелилось внутри него, все, мы не вернемся. Так, что-то мне выйдет. Так, Андайн и Альфа. Что-то отозвалось. Потерянная душа появилась. Ударить. Вы слегка ударили душу. Что-то в вашей атаке кажется знакомым. Все людишки должны сдохнуть. И ее так пошли. Во-первых, я соскучился с ним. Мне нравится. Если потеряю душа, летят. Она не знает почему, но ей хочется мучить. Ты наш настоящий враг. Ну, ослаблена. Как-то все не так. И... улыбать в душе, чтобы как помните, она любит делать. Внезапно вся память возвращается. Что ж, думаю, это люди ничего так. Куда что-то не видит. Так, Альфа остался. Потерянная душа появилась. Удушевите. Вы говорите душе, что вы понимаете ее. Кто-то знаком в ваших словах, кажется, знаком. Так, пошли маленькие метатоны. Так.
Умничать не надо, Викторина... Викторина. Вы просите душу помочь ей с Викториной. Она удерживается от подсказки. Буду лгать и дальше. Вообще так и... Зона пошла. Звонок. Вы звоните душе по телефону. Она начинает потеть. Внезапно вся память возвращается. Нет, это не так. Я нравлюсь ей. А ты нравишься мне. Несмотря на это, что с вашим, все ваши друзья все вас вспомнили, что-то еще стало колебаться внутри души. Сильнее и сильнее. Кажется, там осталась еще одна душа, которую нужно спасти. Но чья она? Внезапно вы понимаете. Вы тянетесь и выкрикиваете его имя. А? Что? Что ты делаешь? Остался только сам Азриэль. И остались его воспоминания. И вот нам показывается еще один видеоролик, в котором показывается первый упавшийся человек и Азриэль. Это первый ребенок, это чара была. Вот, он ее поднял и повел к себе домой. Где они со Сгором и Ториэль вместе были как семья. Вы чувствуете, как души ваших друзей борются внутри Азриэля? Азриэль Дремудр. Мы сейчас его теперь сохраняем. Что? Что ты сделал? Что это за чувство? Что случилось со мной? Нет, нет. Мне никто не умеет. Сейчас у него будет атаки. Сейчас смотрите, смотрите. Сейчас он атакует. Покушаем. Прекрати. Отстань от меня. Ты меня слышишь? Я порву тебя на часть. Ну, атаки. Сейчас слабее. Хотя я умудряюсь получить урон. Сохранить. Азриэль Дремудр. Инди, ты знаешь, зачем я делаю это? Зачем продолжаю драться? Не давай тебе уйти. И пошла атака Ториэль, когда она уже не хочет нас. Я делаю это, потому что ты особенный. Лист, ну, давайте будем говорить. Ты единственный, кто понимает, что мы за приз играем. Ты единственный, с кем я все еще весь мир. Так, урон получить почти невозможно. Нет, это не только поэтому. Я делаю это, потому что я забочусь о тебе. Я забочусь о тебе сильнее, чем кто-либо еще. Ну, может, этим плачет? Хотя бы будем шарами. Я не хочу, чтобы это кончалось. Я не хочу, чтобы ты уходил. Я не готов опять общаться с ним. Правда, я насчет чары я плохо, поэтому прошу, перестань это делать и просто дай ему победить. Какой у нас становится 0,5 1/100, 1/1000, 1/1000. Почему? Я не знаю, что за число, но все еще. Мы еще живы. Прист. Не так одиноко. Прист. Мне так страшно. Прист. Прист, я... Мне... Пытается что сказать. И... Появляется самый настоящий зрель. Такой маленький ребенок. Монстра. И плачет. Мне так жаль. Я всегда был плаксой. Так ведь, Фриск? Ну, вообще, он думает, что мы чара, потому что мы похожи. Только у нас футболка разная. Я знаю. Ты на самом деле не Фриск, да? Ну, вообще, тут как-то сложно, если честно. Получается, мы вводим имя в самом начале. Имя как будто бы первого ребенка. Сейчас она говорит, что как будто, ну как, говорит, что про имя, которое мы водили, но на самом деле мы водили, получается, имя чары, хотя, ну, сложно объяснить. Получается, чара исчезла давным-давно. Так. Так, как тебя зовут? Фриск? Это красивое имя. Фриск.
Я не чувствовал себя так уже давно. Как цветок. Я был лишён души. Я потерял все возможности любить. Однако, души каждого внутри меня вернули мне не только мое сострадание. Я также ощутил чувства других монстров. Они так сильно заботятся друг о друге. И они заботятся и о тебе тоже, Фриск. Жаль, что я не могу описать, что все чувствуют к тебе. Папирус, Санс, Андайн, Альфис, Ториэль. Монстры странные, несмотря на то, что они едва не знакомы с тобой. Похоже, они тебя действительно любят. Ха-ха. Фриск, я пойму, если ты не простишь меня. Я пойму твою ненависть ко мне. Я повел себя так уж равнодушно и ужасно. Я причинил тебе зло. Я причинил зло стольким людям. Друзьям, семье, случайным прохожим. У меня нет прощения за мои поступки. Мы его прощаем. Что? Ну уже, Фриск. Ты снова заставляешь меня плакать. Кроме того, даже если ты простишь меня, я не могу держать все эти души внутри меня. Наименьшее, что я могу сделать, это вернуть их. Но сначала есть кое-что, что я должен сделать. Прямо сейчас. Я чувствую, как сердца каждого бьются в унисон. И все они горят одним и тем же желанием. С силами каждого, с их решимостью. Настало то время, когда монстры освободятся. Такое злое лицо делает. Сосредоточен. Взлетает. Вот заклинание считает. Все 6 душ людей, души монстров. И он разрушает барьер. Барьер был уничтожен. Фриск, мне надо идти. Без силы душ каждого я не смогу поддержать эту форму. Совсем скоро я превращусь обратно в цветок. Я перестану быть собой. Я перестану чувствовать любовь. Так что, Фриск, лучше просто забудь обо мне. Просто будь с теми людьми, которые будут любить тебя. Утешить или не утешать? Ну, мы, конечно же, утешим. Фриск подходит и обнимает. Азриэля. Ха-ха. Я не хочу отпускать тебя. Фриск, у тебя все получится, окей? Неважно, что ты будешь делать. Все будут поддерживать тебя, окей? Что ж, мое время подходит к концу. Прощай. Кстати, Фриск, позаботься о маме с папой ради меня, хорошо? И уходит. Фриск, все это лишь дурной сон. Пожалуйста, проснись. И вокруг нас стоят Тори, Санс, Папирус, Андайн, Альфис и Азбор. И будет нас. Ох, ты проснулся. Слава богу. Мы так переживали. Кажется, будто мы были ты был в отключке целую вечность. Ага. Еще немного, и я бы сошла с ума. В следующий раз предупреждай, когда решишь прилечь, окей? О да, ты заставил Папируса реветь как ребенка. Что? Я не плакал, я не плачу. Мне просто что-то в глаз попало. И что же это? Слезы! И плачет. Тише, тише. Самое главное то, что с Фриском все в порядке. Только я не знаю, откуда, я не знаю, мое имя, ну ладно. В
Вот, Фриск, не выпьешь ли немного чая? Тебе станет намного легче. Может, сначала пусть придет в себя? Должно быть, он устал? Правда, не уверена, от чего. Фриск, мы не помним, что именно произошло. Здесь был цветок, а затем все стало белым. Но сейчас привет исчез. Когда ты будешь готов, мы все вернемся на поверхность. Видимо, западная дверь теперь ведет туда. Но прежде, возможно, ты захочешь прогуляться? Ты можешь попрощаться с каждым из своих чудесных друзей. Делай, что пожелаешь. Мы все будем ждать тебя здесь. Ну, я с ними общаться не буду. Просто скажу, что каждый будет говорить, что они будут скучать по нам. Точнее, ну да. Скучать будут по нам. Можно, кстати, вернуться еще во все, может быть, биомы, во все локации этой игры. И поговорить с каждым персонажем, они будут рады нас видеть и пообщаться, особенно монстрик. Он будет говорить, что у него теперь появился другой кумир. Для меня стандартно, это именно папирус или. Или мне там сложно где-то сказать. Если ты уйдешь сейчас, то твое приключение действительно будет окончено. Твои друзья тебе поставят из банк выхода. Уходить, я готов. Мы готовы. Нажимаем. И у нас конечный такой не видеоролик, я даже не знаю. Вот город вдалеке. Закат. Или восход. Сложно сказать. Скорее даже восход. Вот. О боже. Разве это не прекрасно? Народ. Ух ты, это даже лучше, чем по телеку. Намного лучше. Лучше, чем я могла представить. Фриск, ты живешь со всем этим? Солнечные лучи такие приятные, и воздух такой свежий. Я чувствую себя такой живой. Эй, Санс, что это за гигантский шар? Мы называем это солнце, дружище. Так это солнце? Ваушки. Не могу поверить, что я наконец-то встретил солнце. Я мог бы стоять и любоваться этим часами. Да, оно красиво, не так ли? Но нам действительно стоит подумать о том, что делать дальше. Ах, конечно. Народ, это начало нового светлого будущего. Эра мира между людьми и монстрами. Фриск, я должен кое-что о чем тебя спросить. Ты будешь нашим послом у людей? Быть послом? Ну да. Да, Фриск будет лучшим послом. А я, великий папирус, буду лучшим талисманом. Войду, произведу хорошее первое впечатление. И убегает. Что ж, кому-то нужно за ним приглядывать, чтобы он не попал в передрягу. Увидимся. Только почему-то он пошел в другую сторону, ну ладно. Блин, мне что, придется все делать самой? Папирус, постой! Эй, Андай, меня подожди. Упс. Должен ли я что-то делать? Тори это грозно смотрит. Что ж, мне пора. И тоже уходит. Остается только Тори или Фриск. Кажется, все уже хотят отправиться. Фриск, ты пришел из этого мира, да? И у тебя, наверное, есть куда вернуться? Или нет? Что ты теперь будешь делать? Кстати, если я выберу, мне есть куда вернуться, она даст нам фотографию со всеми друзьями. И так как я уже проходил геноцид, то там будет стоять чара за место Фриска, и все будут зачеркнуты фотографии. Так что я уже останусь. Что? Фриск, ты на самом деле чудное дитя. Если бы ты сказал это раньше, ничего этого бы не произошло. Это замечательно. Что тебе понадобилось время на решение? Смеется. Тогда, я полагаю, если тебе действительно больше некуда идти, я сделаю все возможное, чтобы позаботиться о тебе, сколько потребуется. Хорошо? А теперь пойдем. Нас уже заждались. И тоже уходит. Но на этом игра заканчивается.
замечательная игра. И начинаются титры, в которых есть такая мини-игра, нам нужно уворачиваться душой. Если мы вернемся от всех титров, то нам дадут ключ, который позволит нам пройти в комнату разработчика, где сидит собака Тоби, которая олицетворяет Тоби Фокса. И стоит компьютер, и написана записка, в которой сказано, что как может собака сделать игру, и что просто клацая по клавишам. Вот, но это все. Тут рассказывается история, как теперь они живут. У папируса машина. Санзор катается. Такие небольшие вставки. Показываются персонажи всей игры. И такие их не фразы можно сказать. Почти усмешающий комик, думает о своей шляпе. Что с ними стало потом? Ищет покоя и тишины, зашел себе собаку поводыря долго. Дугами и Даганесса наконец-то чихнули по рытью носом. Пес поменьше, пес побольше. Они, этот ищет любви, этот взволнован в изменении жизни. Показывают Андайн и Альфис. И собаку, которая делала статую, и самого небольшого пса. И еще рыбу из водопадника. Андайн зовут Альфис, она краснеет и с телефоном. И показывается урон, будто она нанесла 9000 урона. И начинает бить руками от смеха, разбивая всю площадку. Я же. Аром еще сжимает. Маган жил. Мойша легендарно больше. Эмми просто Эмми. Безумный манекен из Мурена. Сменил имя на злой манекен. Снова учится играть на фортепиано. И показывают нам уже Метатона. Напста Блуко и с Мурена, или как это называется. Она пьет, а Напста Блук диджей. И должны нам еще вторить вулканчик и центрплан, подбрасывающий обогреватель. В конце концов осталось, что это не так, не знаю, что значит. Маппет открыл новую успешную кучу пекарни, а фитилек, свеча, сам большой микро в мире торте на день рождения. Королевская стража, включите фантазию, понятно. Финальный пробит и придается жизни за свои собственные смыслы. Лакселот, долгая битва подходит к концу. Астигматизм, продавец очков, не конкуренция. Так у него есть два глаза и один большой. Мэджик, уличный маг, рыцарь, рыцарь, заслуженно спит. Амальгамы живут со своими семьями. И сейчас нам должны показать Тори. А нет, сначала Асгора. Он делает из растений, из травы, статую папируса. И вот Тори со своей школой. Вот монстр, монстрик туда заходит. И она ведет занятия в школе учителем. И показывает игра iPad, и вздыхает. И на этом игра заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Я не буду показывать мини-игру. Всем пока. Увидимся в следующем видео. А, хотя, если хотите, можете почитать. Ты действительно подумал, что это все? Я в смысле, мы еще не выразили наши особые благодарности. Готов? Давай, покончим с этим. И начинается мини-игра. А на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока!